Хоккейный клуб «Чебоксары» одержал две победы в Красноярске в серии плей-офф. Богатыри обыграли хозяев льда красноярские «Рыси» сначала в овертайме со счетом 1-0 и во втором матче со счетом 3-2. Теперь им нужна еще одна победа, чтобы выйти в полуфинал. Пока ребята ведут со счетом 3-1 в серии с аутсайдером первенства ВХЛ. 12 марта в Чебоксары-арене наши хоккеисты могут оформить путевку в полуфинал или продлить четвертьфинальные игры еще на 1-2 матча.